Жестокое убийство молодой женщины и ее малолетних детей, произошедшее в ночь с 8 на 9 декабря в поселке Искра, раскрыто. Об этом сообщили общественности на брифинге следователи Следственного комитета и рязанские полицейские. В результате кропотливой целенаправленной работы следственной группы изъяты следы преступления, содержащие генетический профиль, выделенный в кратчайшие сроки в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России. Этот генетический профиль в ходе исследования ВКЦ МВД России по Рязанской области совпал с профилем лица, установленного в ходе расследования уголовного дела и проверяемого на причастность к совершению преступления. В настоящее время в суд направлены ходатайства о заключении под стражу двух лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления. Над этим сложным делом оперативники работали практически без отдыха. Преступление оставалось нераскрытым всего лишь 5 дней. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить жителей поселка Искра за помощь в раскрытии данного преступления, но также Следственного комитета за очень хорошую работу по выявлению и раскрытию данного преступления. Ну и что хотел бы сказать. Данные лица, которые совершили данное преступление, неоднократно попадали в поле зрения полиции. И, в принципе, с первых дней в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия. И что впоследствии привело к раскрытию данного преступления. Мотивы убийц в интересах следствия пока не разглашаются, но стало известно, что из квартиры пропало около 100 тысяч рублей. Преступникам теперь грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения.